Скоро ли колодец, товарищ командир? Колодец. Колодец. Засыпан. Вот и попили. А работа свежая. Какой же это сучий сын, а? Назад ехать надо. То есть как это назад? Я не развлекаться еду, молодой человек. Я спешу. А вы, товарищ ученый, не волнуйтесь. Все обойдется. Приедем еще. Конечно, приедем. Верно, товарищ командир? По коням. Встаньте и вы. На левый фланг. Маша, встань в строй. Направо равняй! Мира! Товарищ командующий, я не умею стоять смирно. Кто там в строю разговаривает? Ваша фамилия? Гусев. Ваша? Акчурин. Петров. Левкоев. Свириденко. Журба. Баландин. Мурадов. Атакулеев. Тимошкин. А ваша? Моя? Обычный Постников. Товарищ. До следующего колодца 5 часов пути. Отдыхать здесь не будем. Некогда. Пить в дальнейшем. Только по моей команде. Домой едем, можно и вовсе не пить. Разговорчики. Повторяю. Пить только по команде. Ясно? Вопросы есть? Разойдись! Простите, а сейчас можно говорить? Пожалуйста. Вы меня простите, товарищ командующий, но я ничего не понимаю.
Красноармейцы, насколько мне известно, демобилизованные. Они, логически рассуждая, вовсе не обязаны слушаться вас. Да. Вы сами находитесь, судя по вашим словам, в трехмесячном отпуску. Я вообще геолог. А вот гражданка, она даже дама. Да. Почему вы формируете из нас какую-то роту, или как там у вас называется, эскадрон, дивизион? Я не умею стоять ни смирно, ни вольно. Я вообще отказываюсь понимать. А вы, товарищ ученый, не волнуйтесь. Все обойдется. Ще научитесь стоять и вольно, и смирно, и направо равняйся, и рысь. Но позвольте, я вовсе не желаю. Вот это нельзя. Никак нельзя, товарищ ученый. Вы это самое слово даже думать забудьте. Не желаю. Ясно? По коням! Товарищ Муратов, я. Пойдете со мной к лошадям. Еще у кого-нибудь вода есть? Один глоток. Отдайте. Где-то здесь должен быть колодец.
Много воды. Максимки. Патронов сколько припасли? Да. Товарищ Акчурин, займитесь пулеметом. Товарищ Свириденко, осмотрите колодец. Воды нету! Ушла вода, грязь одна. Эй! Кидайте котелок! Течет тут немного. Ну что там у вас? Тече помаленьку. Товарищ командир. А пулеметы новые. Этого года. За граница. Есть немножко. Свириденко, что там у тебя? Тече помаленьку. Понимаешь, какое дело? Искали воду, а нашли пулемет. А? Да. Жарко. Ваня, мы долго здесь пробудем? А вот посчитай сама. По котелку на брата 13 котелков. До котелков по 5 на лошадь. Не нравится мне все это. Что? Оружие в колодце. Почему? Потому что это басмачи. Они вернутся за ним. А ты что ж, боишься? По-моему, лучше уехать. Без воды? Не могу. Тащи! Осторожнее! Семь с половиной минут котелок. Кидайте другой котелок. Товарищ командир. Только по 3 глотка. Александр Петрович, пить. Марья Николаевна, позвольте.
когда стоит перед тобой ведро, как будто и пить не хочется, а? Ну да, не хочется. Врешь. Пойду коня пугать. На деревне у нас 37-й котелок. Товарищ командир, а к утру-то коней напоим? 6 ведер? Я с ней прощался. Пить хотите, да? Я тоже хочу. Нет у нас воды, конечно. Жаль будет расставаться. Очень жаль. С кем? Подруга. Моею трехлинеечкой. Образца 1891 года. Ижевского завода. Номер 115854. Вот, братка, с кем. Ты бы, дорогой, раньше ее пожалел. В канале ствола царапина. И песочек тоже есть у пульного входа. Знаем, знаем. Вот меня подруга. Такой подруга. Образца 1911 год. Глаза, как у Марьи Николаевны глаза. Улыбка, как у Марьи Николаевны улыбка. Даже еще лучше. Не было этого. Шайтан. Товарищ командир, 3 всадника едут. Стой! Ушли. Седлай коней, живо! Разведочка. Скоро весь отряд пожалует. Кто идет? Товарищ командир, воды просит. Thank you.
Товарищ Акчурин. Маша. Курбаши кем? Билмиярин. Кем курбаши? Шеремет хан. Эки гюн ичмидин ми? Үч кинин. Не чадим? Кей гюз. Хеч кем ичмидин ми? Хеч кин. Читайф суво кириявис. Субер. Дурин тек. Шермет хан басым шутайда болжак ми? Ярым сағаттан. Субер. Банда Шермет хана. Вести сабель. Три дня не пили, идут сюда. Пусть идет. Товарищ командир. Я сказал, пусть идет. Пусть расскажет Шермет хану, что здесь красные, что их мало. И что тут очень много воды. Баргит. Торопишься? Тороплюсь. А ты не торопись. Почему? А так просто. Отставить по коням. Все ко мне. Можно садиться, товарищ. Слушайте вы, товарищ Тимошкин. Что такое Шермет хан, вы знаете. Всего несколько дней тому назад в кишлаке Таудыр он вырезал 70 человек, засыпал колодцы и ушел. Мы ловили его год и не могли поймать. Не могли поймать, потому что не знали, где его колодец, где он пьет. Здесь его колодец, вот здесь он и пьет. Наш отряд ищет его в районе Нефескулы, а он идет пить сюда. Он не пил три дня, и кони его не поены столько же. Он хочет здесь напиться и уйти. Ну, куда уйти, вы знаете. И от нас, товарищи, зависит, чтобы Шермет хан отсюда уже никуда не ушел. Этого нужно немногое. Только держать его здесь, у воды, пока наши не подойдут от Нефескулы. Ясно? Вот подумайте сами, товарищи. Все равно воды здесь нет. Чем он 200 лошадей напоит? Шермет хан этого не знает. Колодец, ты понимаешь, мы ведь не договаривались ему показывать, а? Хе-хе, теперь вино отсюда он и уйдет, пока не напьет. Ведь 10 винтовок всего. Маловато. А два пулемета? Все понятно, товарищ командир. Кто возьмется доехать до Нефескулы? Сообщить нашим, что мы держим здесь Шермет хана. Товарищ Мурадов, вы, говорят, отличный ездок. Говорят, товарищ командир. У вас, говорят, седло призовое. Да, товарищ командир. Напоить Мурадова досыта. Дать Мурадову три фляги воды на дорогу. И коня Мурадова напоить. Остальное в пулеметы. Рать, седлай коней. Товарищ Журба, набить песком вещевые мешки.
Если их не хватит, гимнастерки, белье. Вы мне отвечаете за укрепление ограды. Есть, товарищ. Идите. Приказано напоить Мурадова досыта. На, пей. Выйди, выйди. Не тебя даю. Первый пулемет, товарищ Акчурин, поставите там, на том углу. Есть, товарищ командир. Второй пулемет, товарищ Балань, поставите здесь, на этом углу. Есть, товарищ командир. Действуйте. Донецк-Кулы. 5 часов езды. Сейчас 22 часа. Передадите командиру эскадрона, что я жду его в 8 часов утра. Есть, товарищ командир. Отправляйтесь. Осторожнее, товарищ Мурадов. Шарматхан уже близко. Вы знаете, что будет с вами и с нами, если вы к нему попадете. Знаю. Идите. Полагаете, мы здесь долго задержимся. А вы торопитесь? Как всякий старик, тороплюсь жить. А вы разве не торопитесь? Нет, я же в отпуску. А, это верно. В таком случае, может быть, могу быть полезен. Командуйте. Могу, например, стоять смирно. Да. Стрелять умеете? Мурадова убьют. Проскочь. Может, проскочит. Проскочит. Еще одного посылать треба. А с чем послать? Воды-то нема. Продолжать работы. Товарищ командир, показались. По местам. Внимание. Первый пулемет, две очереди. Спокойно, спокойно. Огонь! Понравилось? Товарищ командир, едут двое. Это для переговоров. Подпустите на 100 шагов. Маша, у нас есть щетка. Хорош?
Ваня, расстегни кобуру. Ну? Возьмите на мушку, господина. Все в порядке. Подполковник Скуратов. Командир эскадрона, Журавлев. У меня 600 сабель. 200. 200 сабель у вас. Но этого достаточно, чтобы уничтожить вас полчаса. Не знаю. Условия сдачи вас интересуют? Да. Оружие сложить здесь. А сами переменным алёром туда. Или туда. Только без воды. Вода нужна мне. Хорошие условия. Очень хорошие. А мы вам предложим еще лучше. Отсюда мы не уйдем. И оружие оставим при себе. Ясно. А воды дадим. Дадим по ведру на лошадь. Подумайте. 200 ведер воды. Всего только за одну голову. Шарматхана. Ну и по котелку воды на каждого человека. За вашу голову, подполковник Скуратов. Нет, к сожалению, ваши условия нас не устраивают. По-моему, цена подходящая. Даю вам 5 минут на размышление. Если вам угодно жить. Даю вам столько же, если вы пить хотите. Скажите, таким вещам, как спокойствие или, скажем, остроумие, тоже учат Красной Армии? Конечно. Преподают как предмет? Как самостоятельную дисциплину. Очень интересно. Ну что? Сейчас они попробуют нас взять. Живыми к ним попадать не стоит. Ты понимаешь? Понимаю. Маша. Я не боюсь. А сейчас тебя попрошу держаться больше там, внутри. Есть, товарищ командир? Товарищ командир, вода совсем кончилась. Даже и не капает. Сколько там еще натекло? Да пол ведра, чуть побольше. Оставить внизу и беречь, как зеницу ока. Вы мне отвечаете за каждую каплю. Здесь беречь, как зеницу ока. Какой прицел стоит? 6, товарищ командир. Так. Как чувствуете себя, товарищ Баландин? Хорошо, товарищ командир. Отлично. Внимание! Сейчас пойдут. Пошли, товарищ командир. Ползуйте.
После моей команды огонь открывать каждому самостоятельно. Патроны беречь. Моим заместителем назначаю товарища Акчурина. Есть, товарищ командир. Долго в них пулеметы не поговорят. Воды-то у них нету. Да вы не волнуйтесь. Вы сами не волнуйтесь. Огонь! Прекратить огонь! Откатились. Как бы совсем не ушли, товарищ командир. Не уйдут. Без воды не уйдут. А то не запугать бы их. Возьмут и уйдут. Может, у них еще колодцы есть? Ну да, ничего у них нет. Совсем ушли. Идите справа. Да, товарищ командир. Дайте-ка им пару очередей. Как ты думаешь, Муратов за ночь доедет? Конечно, доедет.
Ех, коней жалко. Пропали коні. Добрі були коні. Между прочим, с лошадью был у нас случай на заставе. Послал, значит, мне раз командир с пакетом. Куда? Что куда? Послал-то. Ну, куда? Послал куда надо. Еду. А ночь, понимаешь, хоть глаз стали, ничего не видно. Еду. Вдруг, понимаешь, лошадь моя встала и не идет ни назад, ни вперед. Не идет. А ты бы слез. Ну, слез. Нельзя слазить в болото. А. Вдруг, понимаешь, вижу так невдалеке что-то такое-то... Блестит. Да нет, не блестит. Чернеет. Да. А подъехать не могу. Лошадь не идет. Вот. Слез, значит, я с лошади. Так там же болото. Болото. Болото я уже давно проехал. Ты слушай. Опять брешет. И шо он брешет. Ну ты бы лучше послушал. Дело-то все равно ведь нечего. Ну ладно, бреши дальше. Теперь я не могу. Ты мне все вдохновение испортил. А главное, вралось как здорово, правда? Приготовились. Сейчас пойдут. Одну лишнюю налили. 9 человек осталось. Огонь! Прекратить огонь.
Николаевна, мешочки-то зашить бы надо. Митя! Митька, ты что? Митя! Приготовились! Товарищ командир, с белым флагом едут. Товарищ командир! Товарищ командир! Товарищ командир. Я командир. Слушать моя команда. Это для переговоров подпустить на 100 шагов. Товарищ Тимошкин, выйдите и поговорите с ним. Спокойно поговорите. Во время переговоров приказываю улыбаться. Товарищ Петров, встаньте, как полагается, стоять перед командиром! Где ваша балалайка? Берите балалайку. Играйте. Весело играйте. Товарищ Переденко, достаньте воду из колодца. Есть, товарищ командир. Жили вся? Вся, товарищ командир. Ладно, побережем как можно.
Командира ко мне! Я за него. Понимаете, какое дело? Командир только помылся, чай пьет. Не велел беспокоить. Мне поручил. Вам поручено вести переговоры? Мне. Подполковник Скуратов. Тимошкин. Ну как, Тимошкин? Жарко приходится? Да нет, ничего. Вон, прохлаждаемся. Пожалуйста. Кстати, что это у вас пулеметики-то молчат? Тоже пить хотят? Вас было 13? Да. Осталось 5? А? Командир с остальными чай пьет? Пьет. Так, короче, вы поете моих людей и лошадей, и мы уходим. Вас мы не трогаем, можете хоть зимовать тут. Ведь вот господин хороший. Как нехорошо получается, а? И что бы вам вчера сказать? Мы бы согласились. Ей-богу, согласились бы. А сегодня, понимаешь, у нас цены тоже изменились. Товар-то, понимаешь, вы не ходовой. Ну, мы дадим вам воды. Дадим ведро. Одну. За голову Шерматхана. Ну, а с вами сменяемся так на так. Котелок на котелок. Я с тобой не шучу! А я тоже всерьез. Хорошо. В таком случае сдаваться живым не рекомендую. Интересно, а мы вот все норовим живьем брать? Довольно? Не могу больше. Скажите вы им, что здесь нет воды! Тихо! Hey!
голову пусти ему. Поди давай, скорей. Ты, дорогой, не волнуйся. Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я тебя очень прошу. Пожалуйста. Зачем кричишь? Кому кричишь? Офицеру кричишь. Услышат, уйдут. Целый год ловили. Я тебя прошу, подумай хорошенько. Тихо подумай. Совсем тихо. Товарищ Тимошкин, дайте воды. Выпейте воды, товарищ Петров. Товарищ Тимошкин, всю воду в пулеметы. Если что останется, беречь как зенит ока. Есть, товарищ командир. Так, теперь моя очередь. Как с ней обращаться-то? Товарищ ученый, не торопитесь. Не дергайте спуск. Наметьте цель и подводьте мушку снизу. Вот так. Посадить, товарищ ученый, цель на мушку. Совместив мушку с прорезью прицела так, щоб вона стояла посередині прорезі, вровень з краями. Нажимайте на спуск м'яко і не волнуйтесь. Понятно, товариш учений? Ні, непонятно. Прежде всего я волнуюсь. І кроме того, это очень сложно. Да. Ну, я вам проще десь непопулярні. Первое. Это перестаньте волноваться. Второе. Линия прицеливания обязана проходить от глаза через прорезь прицела и мушку до точки прицеливания. Понятно, товарищ ученый. Понятно. Но когда я гляжу на мушку, пропадает цель. Когда я вижу цель, пропадает мушка. По-моему, это естественное свойство глаза, а?
Да не, при чем тут глаз? Вы цельно возлюбите. Постарайтесь, товарищ ученый, сильно не возлюбить цель. Вот тогда обязательно попадете. Конечно, если мушка будет стоять посередине прорези прицела. Приготовились. Воды. Воды. Шерматхан, там 12 человек наших. По следу пойдешь? Винтовка. Седло найдешь. Скорей, пожалуйста. Давай.
хороший был старик, ученый. Сильно ученый. Добрый был старик. Женатый был? Ну да. Конечно. Все-таки я скажу, вдвоем не скучно. Конечно. Поговори еще что-нибудь, Тимошкин. Все понимаешь, Марья Николаевна жалко. Хорошая баба была. Замечательная женщина. Командира жалела. Все воду носила. А вода есть? Пол котелка есть. Беречь как зеницу ока, товарищ Тимошкин. Без моего распоряжения не трогать. Есть, товарищ командир. Тимошкин. Я? Поговори еще что-нибудь, Тимошкин. Да что говорить? Говорить-то, понимаешь, нечего. Ради соврать, что ли? Ну, соври, пожалуйста. Ну, ладно. Вот иду я однажды по улице ночью. Вдруг смотрю, на другой стороне открывается окно. А в окне, понимаешь, стоит красивая девушка в белом платье. Стоит и улыбается. Интересно. Тимошкин. Тимошкин. Не шути, черт! Тимошкин, Тимошкин, не шути, пожалуйста. Ну, Тимошкин, Тимошкин. Идите! Идите, сволочи!
Демобилизованный красноармеец. Юсуф Акчурин. Еду домой. Спасибо за службу. Служу трудовому народу. А, сосед пришел. Мы же вас предупреждали, что живьем берем. Что же ты, а? Воды. Вот что нет, того нет. Воды-то здесь и нет. Я вам давно хотел сказать, чтобы вы зря не старались. Занят был. Как нехорошо получилось. А? Бойцы нашей дивизии, Севердянского Петра, Левкоев Димитрий, Кулиев Ата, Гусев Николай, Тимошкин Алексей, Баландин, Журба, начальник погранзастав Журавлев, его боевая подруга, жена и ученый товарищ Постников пали смертью храбрых, как достойный сыни социалистическую родину. Запомним их имена. Яттан Хармарс Оларий.